Большой шаг в цифровой экономике. С конца прошлого года ивановские банки начали собирать биометрические данные граждан. Проще говоря, электронный слепок лица и запись голоса. С помощью удаленной идентификации сотрудники финансовой организации смогут легко узнать своего клиента. Удаленная идентификация – это механизм, который позволяет физическому лицу, подтвердив свою личность с использованием биометрических данных, воспользоваться финансовыми услугами, которые представляются кредитной организацией, без посещения банковского офиса. Для того, чтобы воспользоваться указанной услугой, физическое лицо должно пройти так называемую первичную идентификацию в уполномоченном банке. Для того, чтобы сдать биометрию, необходимо обратиться в один из авторизованных банков. Полный перечень организаций, которые имеют право на сбор и обработку биометрических данных, можно найти на сайте Центробанка. Из необходимых документов только паспорт, подтверждающий личность. Здравствуйте. Здравствуйте. Что бы вы хотели? Да, я бы хотел сдать биометрические данные свои. Для этого мне потребуется ваш паспорт, пожалуйста. Сейчас проверю. Вся процедура занимает не более 15 минут. После оформления необходимых бумаг сотрудник попросит выполнить несколько простых действий. Для сдачи биометрических данных нам необходимо с вами сфотографироваться и записать голос. Давайте начнем с фотографии. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. С помощью определенных алгоритмов программа создает из фотографии уникальный слепок лица. Обмануть систему практически невозможно. Она считывает объемные пропорции и индивидуальные черты каждого человека. Сейчас мы будем с вами записывать голосовые данные. На экране появится информация с цифрами. Как только будете готовы, нажимайте на зеленую и повторяйте цифры. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Слепок голоса позволит банку идентифицировать своего клиента, если он звонит по телефону. Теперь не нужно запоминать кодовые слова, а перечень удаленных банковских услуг значительно расширится. Это как открытие счетов, можно будет оформить депозит, не нужно будет предоставлять ни паспортные данные, потому что привязка уже автоматически будет произведена в рамках этого шаблона. Можно будет переводы осуществлять, различные платежи и получение кредитов соответственно. В дальнейшем предполагается внедрить эту систему в банкоматы. Снять деньги можно будет без пластиковой карты и пин-кода. В перспективе биометрию станут использовать везде, где сейчас необходим паспорт – в МФЦ или во время выборов. Все данные будут храниться у единого оператора. К слову, власти уже подготовили отдельный закон, который позволяет передавать слепки голоса и лица в силовые структуры МВД и ФСБ, чтобы быстро идентифицировать преступников с помощью системы уличных видеокамер. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.